Но мы продолжаем нашу рубрику «Здоровье» на телеканале «Шоп энд Шоу». С нами по-прежнему наш постоянный эксперт, врач-физиотерапевт Ренат. И сегодня мы хотим вам представить компрессорный ингалятор-небулайзер от фирмы «Амрон». «Амрон» зарекомендовал себя уже давным-давно на нашем мировом рынке как лидер-производитель, правда? Да, действительно. Компания «Амрон» задает стандарты в производстве медицинских приборов. Давайте скорее рассмотрим этот прибор, для чего он нужен. Но прежде всего хочу вам напомнить, что раньше мы дышали над картошкой, когда простужались. Теперь это все в прошлом. Теперь у нас есть Амрон, компрессорный ингалятор-небулайзер. Да. И он реализует свое лекарственное действие следующим типом. В его корпусе находится компрессор, который подает кислород в наш механизм. В этом механизме лекарственное вещество, смешиваясь с растворителем, будь то это вода, либо физраствор, превращается в парообразную смесь, которая подается в дыхательные пути посредством маск. Давайте сразу нальем туда наш физраствор и посмотрим его в действии. Как это делается? Расскажите нам, пожалуйста, вот на примере моем. В этом контейнере есть градуировка, которая позволяет именно четко выверить, регулировать количество воды, а также дозировать количество растворителей и лекарственного вещества также. Вот. Так, дальше мы закручиваем все. Дальше мы все закручиваем, устанавливаем, фиксируем удобным нас образом. Да, действительно, вот. Не нужны никакие тазики, которые вечно проливаются. Можно просто зафиксировать его. Самое главное, это очень удобно. Либо, например, взять, вот как я сейчас вам показываю, включаю его, наконец-то мы посмотрим в 10, и прикладываем маску и начинаем дышать. Абсолютно не горячий пар, действительно, да. Очень удобно, очень комфортно. Вот посмотрите, дорогие телезрители, как вот исходит отсюда пар. Жидкость превратилась в капельки. Самое главное, это пар комнатной температуры, который не обжигает слизистую дыхательных путей. Да, и это еще не единственная маска. Здесь есть детская маска. Да. Вот мои детки очень часто простужаются, и у них бывает бронхит. Я так боюсь антибиотиков. И вот я всегда пользуюсь вот этим небулайзером и лечу своих детей. Причем он очень легко перетрансформируется, легко собирается, да, сменяется маска. И вот расскажите, как вот можно детям применять вот этот аппарат? Вот, специально для детей применена маска детская. То есть она удобно располагается на лице ребенка, и самому ребенку будет интересно проходить это лечение, потому что любые механизмы детям они интересны. Да, я, между прочим, этот аппарат одеваю на своих детей, включаю мультики. Он работает практически бесшумно, да. Они лечатся и получают определенную дозу лекарства. Но и это еще не все. В комплект входят еще и другие насадки. Мы сейчас их продемонстрируем вам. Это насадка для работы с полостью рта, когда необходимо именно на полость рта, горло и ротоглотки воздействовать лекарственными средствами. Угу. Понятно. Вот такая вот насадочка, дорогие наши телезрители. Да. И это тоже еще не все. Да, давайте она позволяет попутно дышать. То есть здесь у нас по бокам есть прорези и производить дыхательные движения. Да, давайте попробуем вставить еще одну насадку. Но это не все. Это насадка для полости носа, когда есть заболевания, которые охватывают только слизистую носа. Вот, например, насморк, да? Еще, мне кажется, это очень важно для аллергиков. Да, безусловно, безусловно. Особенно то, что подается пар комнатной температуры и локальное воздействие в области носа, не воздействие на другие органы дыхательных путей. Да, ну, невероятный аппарат, который нужен в каждом доме. Давайте расскажем, как он работает, от чего он питается. Надо еще показать нашим зрителям то, что у него есть воздушный фильтр, Сменный воздушный фильтр, и в комплекте идут несколько сменных таких фильтров. С помощью него в организм подается очищенный воздух, и пар получается кристально чистым, только растворитель или лекарство. Как часто надо менять этот фильтр? Периодически, после каждых 20 процедур. Такой прибор просто должен появиться в каждой семье. Мне нравится, что он очень компактный, он очень легкий. Компактный, легкий, простой, надежный. И главное, надежный, ведь это Амрон. И такая цена премьеры 2250 рублей. Звоните и заказывайте, дорогие наши телезрители. Ну, что мне еще нравится, что его можно хранить вот в таком мешочке, в компактном.
да, очень удобно для хранения. Хранить можно... и транспортировать с собой. И транспортировать с собой. Можно взять, например, даже в путешествие, да? Угу. Да. Да. Ну, по-моему, массу преимуществ. Этот прибор спасет вас от простуды, особенно наступившей осенью. Звоните и заказывайте. Цена премьеры 2250 рублей. Будьте здоровы с телеканалом Shop & Show. Всего доброго.